Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять сложение дробей с разными знаками. Ну, не только дробей, просто чисел с разными знаками. Итак, минус 1, прибавляем 9. У большего модуля знак плюс. Ставим знак плюс. И от большего отнимаем меньший. Больший модуль – это число без знака. Значит, 9 больше 1. 9 отнять 1 будет 8. Еще один небольшой пример. Минус 12 прибавить 3. У большего модуля знак минус. Понятно, что 12 больше, чем 3. Ставим в ответе минус. И от большего отняли меньший, получили 9. 12 отнять 3 – это 9. Далее. 1,2 прибавить минус 2,4. У большего модуля знак минус. И 2,4 отнять 1,2 будет минус 1,2. Теперь давайте мы с вами рассмотрим дроби. Сначала начнем с простых. 2/3 прибавить минус 1,1. 2/3 мы переписываем. А здесь я рекомендую перевести в неправильную дробь. Будет минус, как перевести в неправильную дробь? 1 умножить на 3, это 3, и прибавить 1, это 4/3. У большего модуля знак минус, и от большего отнимаем меньшее, минус 2/3. Возьмем посложнее. Итак, 1/6 прибавляем минус 1,4. В первом дроби дополнительный множитель 5, ко второй 6. Получаем 1/6 умножили на 5. 5/30 прибавляем минус 1,4 на 6 – это 24/30. У большего модуля знак минус. Единица остается. 24 отнять 5 – 19/30. Еще немножко посложнее. Минус 1,1 прибавить 2,3. К первой дроби дополнительный множитель 8, ко второй 7. Минус 1,1 умножаем на 8, это 8/56. Прибавить 2,3 умножаем на 7, 21/56. У большего модуля знак плюс, 2 отнять 1 – это 1, и 21 отнять 8 – это 13/56. Ну и, наконец, пример посложнее, еще сложнее. Значит, 1,1 прибавить 3/4. Давайте минус 1,1 возьмем. Ну, тут понятно, к первому 4, ко второму 5, получаем минус 1,4, прибавляем 15/20, и вот теперь мы с вами что видим? Что у нас от 4/20 15/20 отнимать мы не можем. Поэтому мы переводим в неправильную дробь. Минус 24/20 прибавить 15/20. У большего модуля знак
Минус, и от большего отнимаем меньшее. 24 отнять 15, 9 двадцатых. Спасибо за внимание.